Вот посмотрите на это убожество. Вот сейчас. Я сейчас только проехал на Крещатике. Вот это есть перепуганный президент Петр Мальдивский. Он мне лично говорил, что он круче Януковича, что он не трусливее, чем Янукович. Он мне говорил на Мальте. А Янукович мне в свое время говорил, что он круче Кучмы, что Кучма боялся, он не боится. Если он не боится, Петр Алексеевич, что это за новая ярлынка? Что это за подготовка для марша 4 на 4 февраля? Сначала вы в октябре выставили тут декорации, они стояли тут ровно до 20 декабря, пока мы не отменили следующий марш. И сейчас, как только объявили новое, вы опять выставляете декорации. Так вот, я хочу вам сказать, какие бы вы дружины не создавали против нас, какие бы вы каким ухищрениями прибегали, как бы меня не запрещали выезжать из Киева, как бы меня не закрывали на ночной аресты, угрожали меня депортировать, какие бы ярлынки новые не выставляли на Крещатике, люди будут. 4 февраля здесь будет очень много людей, и мы добьемся вашей мирной отставки. Мы добьемся того, что Украина заживет, вздохнет. Мы добьемся того, чтобы у нас тарифы будут ниже, добьемся, чтобы пенсии будут выше, что люди перестанут уезжать, что средний класс будет жить нормально, а не так, как живет средний класс в виде одного человека, вашего Юры Мальдивского, Чейсельского. Эта страна будет принадлежать действительно среднему классу, а не вашим барыгам. Я всех призываю вот в ответ на их вот произвол прийти обязательно 4-го и обязательно добиться мирной отставки, мирной смены власти в Украине. Мы этого добьемся, мы будем сражаться до победы. Я хочу, чтобы вы показали просто, как это выглядит. Друг, ни с того ни с сего, совпадение такое.